Всем привет! Всем привет! Начинаем мы влог с малины. Забрали, наверное, еще одну. Вот так вот мы ставим ведерко. Конечно, надо бы фартук. Но две таскать, мне кажется, тяжело, потому что даже от одной шея болит. Вот уже насобирали. Дариночка. Дарина собирает ведерко. Я говорю, вот эта малина, они как-то не очень, видите? Ну, хотя тут, видите, новая нарастает. Ну, что? Получается? О, молодец. Вообще, мы оттуда ряды вот так начинаем. Вася самый длинный, наверное, уже прошел, потому что он уже на то пошел. Вот. Поставили уже одну. Дай панамы меняться. Давай. Да. Я глохну от этой панамы. А что это? Не знаю. Угу. Так, ну все. Приступаем к рядочкам. Собирает Вася. Ты меня отправила на самый длинный, да? Ну, обычно я ее собираю. Девчонки на малине все и страдались, особенно Дарина, мама. Очень жарко. Собрали мы, ну, сколько там, 22 баночки. И пойдем завтракать. Потом остатки дособираем. Вася все переживает. Говорит, воскресенье, может быть, вообще не принимают. Ну, не знаю, все кругом собирают, значит, должны принимать. Да ягоды же нет суббота, воскресенье. Надеюсь. Да, Тая? Жарко тоже всем. Ну, пошли домой, пошли. Орешь, стоишь. Нам сегодня дождь обещали. Надеюсь, будет. Вы знаете, малины с каждым разом все меньше, меньше, меньше. Сегодня мы собрали, наверное, 35 банок всего. Принимают по 130 или по 120, где-то так. Ну, мы первый раз сдали, потом позавтракали, сейчас еще раз сдали. Нашел, где сдать. Ну, еще... Тут предлагали по 80, а я нашел подарок. Ну, молодец, молодец. Пойдем. Мы уже душ все попринимали. Ну, я имею в виду, кто на малине был. Мне так удобнее. Я вот утром встала. Ну, все так. На малину, а потом в душ. Потому что... Даже если мы принимаем душ, потом все равно надо идти. Сейчас Дима приедет. И будут уже с Васей устанавливать бассейн. Смотрите, я думала, она уже все отцвела. Нет, она заново начала. Начали поливать. И, не знаю, может, осенью Вася пересадит. Все равно все цветет. Хоть и покупное. Покупали мы все. Я покупала, наверное, 1000 на 3 цветы. Это очень дорого. Многие цветы, которые я покупала, просто не прижились. Опа, смотри, а тут вот сеяла просто. Просто сеяла. Слушай, эта подсыпка, она так и будет в том таскаться? Или потом она это... Надо сверху песочек и плитку положите. Угу, хорошо, хорошо. Угу. Тут тоже. Будет лежать на пеноплексе, но вокруг все равно плитку надо покладывать. Угу. Иначе будет... И размываться это все будет. И вот эти цветочки, вот видишь, 3-4 куста. Ну, туда дальше. Ну, не в этом году же. Они, это... Если сейчас ты их пересаживать начнешь, они просто пропадут. Не, так постараться попозже чуть. Они же однолетние. А? Нет, это нет, это я покупала однолетние цветы.
Пусть просто растут. Эти все цветы однолетние. Вот эти только многолетние. Вот. Вот это вот откуда-то тоже тут само по себе выросло. Вот это. Это я пересадил. А, пересадил. Еще вон там он тоже маленький цветочек. А это однолетние. Mm-hmm. Я их просто покупала. Ну, видишь, они вон с той стороны. Я много покупала. И говорю, много не прижилось. Хотя вроде как и ухаживали. Надо подмести камешек. И сверху цементной жидкостью полить. Ну хорошо, хорошо. Иди, иди в душ, поешь. Сейчас уже Софийку привезут. Кто нам приехал уже? Дима говорит, 40 минут поспала. Где-то кормила. Давай ты мне теперь. Нет. 2-5. Что-то говорит. Ничего не поняла, что она хочет. Мама. Папа. Мама. Папа. Папа, да. О, давай, давай, беги до папы. Дим привез нам нашу посуду. Все контейнеры у него. Все банки, все ведра. Иди ко мне. Давай по бочкам, по бочкам. Иди сюда, я тебе памперс сниму. Иди. У нас плавочек нет, Томкиных будет ходить. Иди хочу сюда. По углам разбегаться. Девчонки уж попрятались. Папа приехал, он телефон и раздал. О, здорово. Смотрите, что Тома сделала. Из-за шкафа переехала к детям в комнату. Все заставила, даже в домик уперла. Ой, сахуя, зашло в темный дом. Девчонки, вы что, шашки играли? Ну смотрите. Нет, я не играла. Нет, так не ложи. Вот уже уронила. Жалко так хорошие вещи. Хорошие. Да в шашки или шахматы играли, уже все валяется. Кстати, я переехала сюда. Я ей говорю, переехала. Так, подожди, ударишь пальцы. Пошли, я тебя переодену. Мама. Пошли, памперс сниму. За папой побежала. Нет, нет. Алин, тогда ты. Сними у нее и помой ее. Я сейчас обижу. Хочу кофе себе налить. Ох, у меня полоскание как раз. Стирку повешу, развешу. Девчонки, поели, со стола убирайте. Софийку не надо было кормить, она ела. Я ее кормила. Бассейн начинается с лестницы. Мальчишки уже лестницу собирают. Девчонки сходили в магазин, купили папе квас. Где Далина находится? Я не знаю. А мне же надо разрешение у нее спросить на косметику. Ну, сейчас придет. Она, скорее всего, тут. Тут, где далеко. Зачем ты ей пообещала вчера? Тома ее достала. Ты мне обещала. Она спала вчера с Алиной вечером. И, видимо, та ночью у нее выпросила. Чтобы Алина разрешила ей покрасить ее. И вот они ждут. Так я давно ей обещала. И вот сейчас Тома будет ее красить. Визажист будущий? Да? Что, в тюхтете на дискотеку меня красила? Ну, все, сейчас попробует накрасить. А мы потом посмотрим, получилось или нет. Вот это до. Он реально огромный. Высокий, у меня вот так. Смотри, лестницу уже стоит. Я говорю... Бассейн начинается с лестницы. Ну, тут Вася сказал, будет бетонировать. Он у нас еще не помещается. Не помещается еще? Так, не в смысле не помещается. Не, он потом, конечно, когда вода нальется, он будет мощно стоять. Сейчас пока его поправляют. Как было такое? А вот тут не провалится? Нет, стой. Может, маленько его вот так развернуть? А мы ему сейчас
ставим. У нас там было, видишь, сколько? Вот эти вот. Вот эти надо. Ближе к центру делать. Вот это вот сильно на краю стоит. Да мы потом поправим. Да подожду. Поставить надо. Угу. Слушай, а если мы в это... Сейчас вот эту снимем, вот так вот, вот так вот сделаем. Получится так, нет? Ну, вряд ли. Мало, да? Во, вот тут на. Что, Женька, сильно купаться хочешь? Помогаешь? Да. Где-то тапочки свои потерял. Так ты вон они. Слушай, а если... Да вот это понравится. Круто, круто, круто. Какой большой бассейн. Тут наша вся семья поместится. Ну, конечно, запросто. По-моему, тут может купаться только если что, их с наручниками. Да? Угу. Ну, ладно. Пусть установим. Некоторые сливы уже падают. Где-то вот настоящая слива. А там у нас, не знаю, как он там, Вася говорит, типа лыча, что ли, со сливой вместе. Ну, как много ее. Как много. Что-то компоты как-то не знаю делать. Ну, я имею в виду напиток. Что вы делаете со сливой? Она слабительная же, много ее нельзя. Ох, у нас парит, парит. Хоть бы дождик пошел. Софья, вот твоя обувь. Конечно, хочу. Поливать хоть не надо будет. Айда. Айда обувь наденем. Уронили? Вот тут не надо садиться. Алишенька, вот тут ей одень носочки. Девчонки носки таскают каждый день новые в этих. То, что ходят, катаются. И носочки? А, с носочками, да? Не-не-не, это... София, иди сюда. Да. Иди сюда. Иди обувайся, Коленька. Иди обувь одевай, ты что? Ну, давай, бабушка оденет. Все, бабушка оденет, айда. На улице хорошо, да? Ой, нет, с этого ты упадешь. Пойдем посмотрим, куда девчонки пошли. Пойдем. Качаться будем? Ну, давай качаться будем с тобой, давай. О, мам, обольешься сейчас вся. Все, Вася говорит, воду уже включили. Я уже пойду. Так, о, это там я видел табуреточку. Ага, тоже табуреточку. Вот видите, Вася, тут газон посадил. Там вот на входе тоже надо газон посадить. Она уже купаться лезет. София, значит, нырнешь туда точно. Он еще не набрал. Мама! Подожди. Мам, сюда только босиком. Сюда надо. Мы уже подмели. Твой папа у нас синенький. Ну, я говорю, ты что? Кошмар какой. Я же работал. Какой-то грязный. Завид наш. Ты мытьяй. Жаль, что тут надо будет мыть. Ванночку ставить небольшую, да, чтобы ноги мыли. Да, давайте пока уберем. Ага, берите. Все, готов бассейн. Все разъезжаются. Мама, а что пылесосить? София, ты забыла. Кухню? И, нет, весь дом не надо. Кухню, прихожую. Ну, сейчас мы приедем, и Дима с Алиной доедут. Как да, раз. Саша, нет. Куда ты? Это иди. Это вот твоя панама. Что ты живую прихватил? Все, отдавай. Давай, тетя Дарина, София, давай. Маши, пока. Пока-пока. Ну все, пока-пока. Да, Алина, надо быстрее.
Так едет, потому что я постирала ее одежду, а другая у нее там, у Насти. Ну все, давайте, счастливо. А где Тома? Ну что, помощница, не можешь достать? Давай понесу. Нет. Давай. Тяжело, наверное? Нет. Скатались мы быстренько в магазин, хлеб, молоко, кефир взяли. Давай понесу. Не брали. Что, копайки? Ты же сказала, я уже выросла. Это плохо, если у нас такой дождь будет, как сейчас. Мы его так ждали. Да, Тома? Да. Надо закатить будет, да? Тома вещи свои сюда перенесла. Ты больше с мамой спать не будешь? Нет. Мам, можно мы сегодня с Томой на самом деле будем спать? Нет, я одна буду спать. Мама, ты как я пока сделала? Я уже несколько цветов закончила. Потому что мы первые решили. И у меня вот этот... И вот этот, двойка и однерка остались одни. Нет. А остальные все цвета я закончила. Двойка, а вот сейчас шестерку я доделываю, это последние цвета. Круто. И надо будет потом вон там выставку сделать, кто сколько наделал. У нас же их много. Не, ну не выставку, а просто картинку вот повешать. Вот тут можно. Да, вот здесь, просто тут пустая, там много и так. Нет, я имею в виду, у вас эти полки пустые совсем. Куда все подевалось? В смысле, прибрались. Не прибрались, это не значит, что надо все в уголок составить. Шика, я знаю, где у тебя все лежит. Где у нее все лежит? В шкафах. Нет, в шкафах. Да, она по-моему все спихала в ящик первый. Ой, я завтра приду, все вывалю у вас из ящика. А я чистые ящики. А, ну давай, 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 когда гулять пойдем. Вообще надо мне комоды все прибрать. Это же ужас, 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 что у них творится. Мам, давай вот сюда вот. Вот здесь. Ну хорошо. Потому что там так уже много чего. Мама, угу. Саша, вон как картинки. Не, знаешь, что мешает? Вот. Потому что я тут сделала, но все болтается. Что болтается? А смотри, ты не доделала немножко, потом вот это вот надо будет убрать и повесить. Шестерку я сейчас сделаю. А если мне вот эти? Не хватит. Не надо говорить, не хватит. Надо начинать и заканчивать. Так, дорогие мои, день у нас закончился. Девчонок прошу почитать, ни одна не слушается. Мам, я сказала, что там книжки выбирать. Я выбрала, мам. А, выбрала? Мам, вот. О, моря и океаны. А я читала это, оно очень интересно. Да, да, да. Все. Всем пока! Всем пока-пока!